Здравствуйте. Мы ведем прямой репортаж из аэропорта международного в городе Донецк. Где сейчас Яна? Вот она. И я. Вот мой глаз. Будем ехать, вернее лететь в город Анталия, что в Турции. Вот, это очень хороший город. Всем он нравится. И нам тоже. Да, Яна? Да. Вот. Какие ваши первые впечатления по поводу аэропорта? Как вы добрались с Запорожья? Что вы можете сказать? Я хочу сказать, что я очень голодная. Извините, пожалуйста, оператора. Мы приедем. Вылет из Донецка, при этом выехав в Запорожье, это очень утомительно. Но... Лучше уж трястись. Да нет. Нет. Все-таки Донецкий аэропорт там стоит. Да, Донецкий аэропорт очень красивый аэропорт. Посмотрите, сколько людей. Вот, они все... А вот вы наблюдаете, да, этих бедных тружеников, шахтеров, которые решили раз в году съездить в этот замечательный курорт с all-inclusive. Как вы относитесь к системе питания all-inclusive? Я бы, конечно, поехала в Черногорию, где не было all-inclusive, где был лучший сервис, стойте классная на месте. Природа и так понятно. Далее. Понятно. Так как оператор настоял на all-inclusive, то мы будем есть макароны, там всякую лапшу, соевые, там котлетки. Ну, в общем, все, что нам в Турции предложат. А так мы будем, если поехали в Черногорию, мы бы экономили на всякой фигне. Нет, мы бы не экономили, потому что там очень дешевая еда. Очень дешевая. А еще это говорят, понятие что относительное. Вот. Да, Яна? Да. Вот. И через вот сейчас мы видим, у нас там 12:40, через 20 минут мы уже должны вылететь, но еще никого не посадили. То есть минимум на 20 минут мы все в шоке. Вот посмотрите, все, у всех людей печаль в глазах, они не знают, что им делать. В конце концов, вот самолет на Барселону, у которого вылет через 10 минут, уже все сидят. У нас вылет через 20 минут, мы еще не видим даже, куда нам идти. Что делать в такой ситуации, непонятно. Яна, что вы скажете? Не знаю, что вам сказать. Давайте посмотрим, как взлетит самолет на Барселону. Взлетит ли он вообще? Это непонятно. Непонятно вообще происходят непонятки какие-то в этом аэропорту. Вот, на этом мы будем завершать нашу трансляцию, завершувати нашу трансляцію, якщо українською мовою перейти на українську. Та будемо чекати, коли ж все ж таки нас пустять на термінал А1. До побачення. А головний спонсор нашої трансляції – торгівельна марка? Samsung. І то є дуже файно. Окей, ж, до побачення.